Девчонки и мальчишки, всем привет-привет! Уже в новом 2004 году. Это будет первое видео в 2004 году. Я пока готовлюсь, хожу. Думаю, что бы нам с вами поесть. Что бы вообще такое поснимать. Слушайте, у меня сегодня, да? Наверное, давайте все-таки селедку под шубой. А что так потемнело все? У меня сегодня... Ну-ка, не делай так. Ух ты, а это у меня потемнело. Извиняюсь, маленькая техническая неисправность. Так, во-первых, селедка под шубой, да? Во-вторых, где мой пузырь? Недопиток мой. Вот у вас как прошла новогодняя ночь? Рассказывайте, если есть чем поделиться впечатлениями, делитесь. У меня такое чувство, да? Вот она, что новогодняя ночь прошлась по мне. Просто вот танком прошлась. Сейчас мы вот так сделаем. Красиво. Да? Сядем рядком. Вилку достанем сначала. Я думаю, может, мне ее прямо оттуда есть. Ее все равно, кроме меня, никто не ест. Представляете, мне вот этот вот тазик. Вот этот вот надо будет сажать одной. Ой, ну или выкидывать. Не знаю даже, что делать с этим совсем. Так. Сейчас мы красиво, мы ровно, главное, так сейчас встанем. Вот сюда, ай! Короче, рассказываю. Вчера настолько я утыркалась. Давай ты не будешь темнеть. Настолько я утыркалась со всеми этими приготовлениями. Сейчас. Что, блин. Что, короче, даже не переоделась. Что-то я как-то нехорошо села, да? Нормально. Даже не переоделась. Время уже часов, наверное... А, да, по Москве встретили. Время было 10 часов вечера. Я кое-как себя сковырнула, чтобы сходить в душ. Переодеться. Ну, переоделась, знаете, так в этот... Просто чистую одежду, никакую не нарядную. Ну-ка, давай посветлее. О, посветлее. Никакую не нарядную. Короче, села... И сказала, ну вас нафиг. И начала грызть семечки. Короче, девочки, я не могу, потому что в 9 часов, вот это в 10 было, да, в 9 часов Давид заскулил, что хочет кушать. Короче, кушать. Я говорю, ну что, давай уже подождем до 12. Нет. Сидит весь такой побритый, он побрился вчера первый раз. За столько времени. Сам. Я говорю, давай-ка сам. Пока я тут пылюку вытирала, давай-ка, говорю, сам. Побрился. Наконец-то на человека стал похож. Ну, прям вот побрился. Не то, что там машинкой, а нормально. Короче, наелись пельменей. Без всякого шампанского. Я говорю, ну что, сладко тогда хотя бы давай до 12 оставим. Оставили до 12. Блин, время 11:30, он уснул. Я такая думаю, и что за дела? Отрезала себе кусман этого пирога сладкого. Слушайте, какой пирог вкусный, а? Вот этот вот, кто, у кого будет возможность, вот этот вот, в Меркадоне продается 7,50. Божечки мои, ум отъесть, никакие булочки там рядом не стояли с ним. Я думаю, этот, сейчас-ка я его еще закисарю. Короче, я уже не хотела его будить, уже на балкон себе туда нашла испанскую передачу, где у них эти тоже вот там говорунуты эти. Испанскую передачу, значит, чтобы 12 часов там, ну, бой курантов, чтобы хоть какой-то был. Села грустная, отрезала себе кусок булки. Смотрю, Давид проснулся без 10. Я говорю, блин, побежала ему сидорово безалкогольное открывать. Короче, все, встретили, и он тут же хоп, и опять спать. Я говорю, боже, такого умопомрачительного веселья у меня еще никогда не было на Новый год. Ну, просто никогда. Так, девочки, свою вот эту вот повязочку мамы Чоли. Так я и не надела. Давайте сейчас. Было всем красиво. Как вам? Как ее хоть надевают? А? Сделаем красиво. Так. Из общей лоханки. Ну, никто не будет есть. Давид точно не будет есть. Что-то у меня здесь уже какой-то сок у нее побежал. Сейчас вот так с краешку отковырну. Ай, блядь, шампанское забыл. Ой, все, короче, вот так и веселились. Вчера.
Выпила я два бокала шампанского, после чего поняла, что в нашем возрасте, в наши 83 года, на Новый год и вообще на все праздники, на все поздравления, нужно желать уже только здоровья. Здоровья, здоровья и здоровья. Поэтому, девчонки и мальчишки, еще раз, уже вот такая нарядная, еще раз хочу вас поздравить с наступившим 2004 годом дракона, моим годом. Ну-ка, сядь-ка ровно. Сделай себе красиво. И пожелать вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Будет здоровье, остальное все заработаем, купим, украдем, отнимем у кого-нибудь. Главное, чтобы было здоровье. Все. Всех еще раз с Новым годом. Уже маленечко пузырьки-то выветрились. Вот. А еще что я хочу сделать? Карту желаний. Женечка напомнила. Спасибо, Женечка. Ай, что я спасибо, Женечка? Я сказала вам спасибо большое за все поздравления. Девчонки, все открыточки, все поздравления, все прочитала. Все такие нарядные, все красивые, все большое спасибо. Правда, вот за пожелания прям большое спасибо. У меня такое чувство, да, как будто меня, кроме моих подписчиков, никто больше не поздравлял. Причем подписчики поздравляли и... Ну, в личных сообщениях, кто там в WhatsApp, вот это вот все. Остальные не знаю, куда делись все. Ну, ладно, еще сегодня созвонимся. Ну, знаете, уже как-то, мне кажется, с годами как-то уже не придаешь такого значения. Ну, я, по крайней мере, что 12 часов быстрее всем названивать. То есть вообще всем. Да, она с меня падает, у меня голова маленькая. У меня, наверное, нет столько мозга, чтобы носить эту штуку. Ужас. Вот. Слушайте, а сегодня что-то вкуснее. Вчера вроде целый день стоял. Лай. Шуба. Ну, салат в смысле. Или после пельмешков мне вчера. Она не очень такая показалась. Сегодня вкуснее прям даже. Вот. Да, короче, про карту желаний. Решила я сделать карту желаний. Спасибо Женечке, что напомнила. Когда-то... Сейчас скажу. Сюда переехали в 2010 году осенью, в октябре. Ну, приехали в Испанию, да? Ну, то есть вот резко поменяли свою жизнь. А карту желаний первый раз я тоже где-то там на форуме вычитал. Девчонки, ну, там на женском форуме девчонки рисовали эту карту желаний, значит, делали. Я себе тоже сделала, ну, такую электронную, ну, в смысле, на компьютере картинку. И повесила ее как заставку на рабочий стол, значит, да? Как сейчас помню, я себе туда что-то... Чемоданы, визы, ну, то есть загранпаспорта, там вот это... И там какая-то зона достижений есть, туда в зону достижений языки поставила, что-то работу. Не помню еще что. Ну, короче... Там еще надо, оказывается, сейчас я пойду по новой поищу, еще не начала, но мысль у меня уже есть. Правильно по зонам надо распределить свои желания. Как я Женечке сказала, желать-то надо тоже правильно, а то она пожелала мою картинку. То, что где я там, я со стула сползаю, где я завтракал там, в кафешке-то вот. Один из последних завтраков в кафешке с хамоном. Чтоб как я. Я говорю, я и написала в комментарии, что как я не надо, а то растарабанит так же. То есть мечтать надо правильно. Вот. Короче, ну, накручу я. Пока не знаю, что я хочу поставить в эту карту желаний. Вчера... Ой, на меня блестяшки сыпятся с этого. Вчера пока... Резалась овощи, ну вот это, на шубу-то. Что-то меня торкнула мысль, может, мне в Казань охота. Дочери написала, она же у меня в Казани живет. Я ей говорю, слушай, может, мне в Казань охота. Она говорит, что это?
Ну, не знаю. Я тоже грохнулась. Ну, нет, нет. Это была минутная слабость просто. Ну, вот. Надо пойду сейчас. Ну, не сейчас, я еще подумаю. Это еще надо обдумать все хорошо. Куда, что там поставить, вот эти вот все. Вот кто-нибудь рисовал из вас тоже карту желаний? Напишите. Вот я говорю, у меня вот один раз я рисовал, у меня сработало. Прям вот все сработало. Единственное, что я не определил, я там поставил, как сейчас помню, что-то самолет, чемоданы, ну, типа путешествия. Я не поставил страну. Я просто типа как переезд определила. Ну, то есть языки, переезд, а я же в Канаду собиралась. Немножко не туда намечтала. Так скажем. Надо четко все формулировать. Слушайте, ну правда сегодня вкуснее? Кто мне написал в комментариях, зачем сверху этим яйцом? Сверху свекла должна быть. Вот так вот он все равно красненький получается. Какая разница? Так красивше. Просто. Ну-ка еще. Еще кусманчик дергай себе. Давид не будет есть. Он не с этим. Не любит он селедку, короче, стороны. Он говорит, давай селедку уберем, салат. Ну вот это все оставим. Я говорю, так это что тогда за салат-то получится? Винегрет. Просто если селедку-то убрать. Как говорю, я тебе ее оттуда средний слой буду выковыривать этой селедки. Ешь так, нет, так не хочет. Ну ладно. Ну хочешь, так не хочет. Нашим больше. Вкусно, девчонки. Ну вот, да, что вопрос-то был, напишите мне, пожалуйста. У кого, если есть у кого силы писать, 1 января, напишите, пожалуйста, вот вы карту такую рисовали желание? Срабатывала она у вас или нет? Надо еще раз повторить. Я думаю, злоупотреблять этим-то нельзя, но повторить можно, наверное, да? Ну что-то вчера вообще правда в ноль. Прям в ноль. У меня настроение, никаких действий вообще. Нельзя, вот вы говорите, когда, ну, писали до этого, что там не стол накрывать, допустим, а ужинаете заранее, а потом только сладости. Ну мы вот заранее поужинали, да? И все, и мне спать сразу приспичило после пельменей. Я уже ничего не хочу. Уже не сладости. Да что ж ты сползаешь-то все время? Красота-то неземная. Блин. Уже ни сладости, ничего я не хочу, никакого Нового года, все, мне спать. Не, я хотела вчера ругнуться сначала, что мы же на Рождество-то тоже, Рождество же не мое. Ну, бы не отмечаю, но я же все равно подождала, приготовила все на Рождество, сели вместе, за стол накрыл, ну, то есть вот это вот все, да? А тут я говорю, что за фигня ты? А там думаю, ладно. Будет разнообразие в жизни. Будет что вспомнить. Что вот такой тухлый Новый год у нас был. Сегодня зато мы помрачительно висели. Я с утра проснулась. Как вот избитая как будто, да? Сразу вспомнил, что надо желать здоровья в первую очередь. И пошла трудиться. Посудку помыла, все, что на этом наделали. Ну, с утра пельмешков доела, 8 штук оставалось. Вареных уже лежали. Я ей сделала штук 25, что ли. Нет, штук 30, наверное, потому что 10 Давид съел, 10 я. Ну, вот 12, значит, я их съел. Да, у нас 8 осталось. Что поем? Вот. Там целая бодяга, там еще тесто, почти все осталось. Плюс еще целая бодяга фарша. Думаю, сейчас я поотдохну и сяду после обеда делать на заморозку.
Уронила. На штанину. Ну ладно. Вот. Короче, девчонки, сейчас вот это даем. Вкусненько. А, ну и вот. Поставила стирку. Там перебрали шкафчик маленький с вещами. В спальне с Ириской она мне помогла. Ну, то есть жизнедеятельность. Ногти стерла нахрен. Вчера так ничего не сделала. Накрасила, но что-то как-то лево. Не знаю, лак что ли портится, отсюда стоит. Я их недавно уже не обновляла. Ну, ладно, сейчас покажу. Не понравится, перекрашу. Это этот обычный, обычный гель-лак. Такой не в лампе сушить. Вот. Стирку поставила, сказала. Сейчас пойду белье развешу. Ну, то есть такая активная деятельность. Киношку посмотрела. Пока ногти красила. По Жванецкому, не помню, как называется. Что-то теплоход, что ли, про Одессу. Вкусно как. Пельмени подожду. Вот. Умяло. Все. Нехорошо, как получается. Слушайте, на моей лысинке, правда, не держится. Ну да, как ее нарежете. Короче, дел к ночи. Всем пережить праздники. Море здоровья, позитива. Хотя какой сейчас позитив? Ну ладно. Все равно море здоровья, мирного неба и просто счастье в личной жизни. Пока-пока. Увидимся. Надо хлебнуть сначала.